Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1530, и нам нужно решить задачу. Жильцы дома решили озеленить свой двор. Они разбили газон площадью 250 метров квадратных. На каждые 100 метров квадратных они высевали 1,2 килограмм смеси семян. В эту смесь входило 1/5 мятника лугового, 2/5 овсяницы и 40% райгресса. Нужно выяснить, сколько семян каждого вида понадобилось. То есть нужно выяснить, сколько килограмм взяли мятника, сколько килограмм взяли овсяницы и сколько килограмм взяли райгресса. Если всего на каждые 100 метров квадратных высевали 1,2 килограмма, всего было 250 метров квадратных. Задачу будем решать по действиям. И первым действием давайте узнаем массу всей смеси. Так как всего у нас 250 метров квадратных, и на каждое 100 метров квадратных высевали по 1,2 килограмма, то, чтобы узнать массу всей смеси, нужно 1,2 умножить на 250, деленное на 100. Делить это то же самое, что и дробная черта, поэтому можно сразу записать в виде дроби 250 сотых. 250 сотых дробь сократимая сокращается на 50. 100 на 50 будет 2, 250 на 50 будет 5. То есть в итоге мы 1,2 умножаем на 5 вторых. 2 и 1,2 тоже сокращаются, и сокращаются на 2, 2 на 2, 1. 1,2 на 2 будет 0,6. И 0,6 теперь умножаем на 5. 5 на 6 будет 30, и один знак запятой нужно отделить, получаем 3. То есть 3 килограмма. Это вес смеси семян. Ну а теперь нам нужно найти 1/5 от веса от смеси, то есть 1/5 от 3, 2/5 от 3 и 40% от 3. Давайте сначала 40% переведем в десятичную дробь, это будет 0,4. Ну, раз мы с процентов начали, давайте и найдем вес семян райгресса. Чтобы найти дробь от числа, нужно дробь умножить на число, то есть 0,4. 0,4 нужно умножить на 3. 4 на 3 – 12, и 1 запятую, то есть один знак запятой нужно отделить. Получаем 1,2 килограмма, и это вес райгресса, вес семян райгресса. Третьим действием найдем вес семян мятника лугового. Для этого нужно 1/5 умножить на 3. 1 на 3 будет 3, то есть получаем 3/5 и переводим в десятичную дробь, на 2 домножим. 3 на 2 – 6, и опять на 2 – 10, то есть получаем 0,6 килограмм. Это вес семян мятника. Ну и последним четвертым действием найдем вес семян овсянника. Для этого 2/5 умножаем на 3. 2 на 3 – 6, получаем 6/5, переводим в десятичную дробь, умножаем на 2, получаем 12/10, или 1,2, если записать в виде десятичной дроби, килограмм. Это вес семян овсянника, то есть овсяницы. И запишем ответ на все три вопроса. Мы ответили, и в ответе запишем величины в порядке упоминания семян в условии. То есть сначала нужно записать
вес мятника, и это 0,6 килограмм. Затем вес овсяницы 1,2 килограмм, и вес райграсса тоже 1,2 килограмма. И выполнили задание 1530. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.